Привет! С Днем Знаний! Иногда спрашивают, зачем учиться? Чтобы жить интересно и качественно, чтобы развиваться и знать, какие цели ты можешь выбрать и как их лучше всего достичь в школе, в профессии и в жизни. Любая учеба, от малышей до академиков, это всегда узнавание нового, потом его освоение и закрепление, возможность ошибаться, проверять, еще раз осваивать и закреплять, а потом проверка своих знаний, то есть контрольные работы, тесты, экзамены, защита научных исследований. Если ты проходишь проверку, то имеешь право двигаться дальше, перейти в следующий класс, на новый уровень, в университет и так далее. В жизни то же самое, только школа – сама жизнь. И экзамены тут – реальные ситуации. Чем больше ты знаешь, тем больше дверей для тебя открыто. И ты можешь выбирать любую из них. Знай разные языки – это ключи к новым культурам и к новым людям. Всегда находи связи разных знаний и наук друг с другом. Так ты и лучше запомнишь твой материал и создашь новые нейронные связи у себя в своем облаке мироздания. И лучше поймешь, что же в мироздании происходит. В нем все взаимосвязано друг с другом. Чем больше ты знаешь и старых книг, и новых технологий, тем выше ты можешь подняться над твоим пазлом и большую картину мира увидеть, как большую прекрасную карту. Летай красиво и высоко, знай много. Тебе все доступно, и ты всего достоин. Как учиться? Представьте себе, что над вами есть большое-большое облако ваших знаний, или в голове у вас, как вам больше понравится. И это громадное облако вы можете заполнять как большой пазл всю жизнь, начиная с детства, где что находится. Или представьте себе, что это громадный шкаф с отдельными такими полочками, и на каждой полочке находится какая-то своя наука или какой-то свой раздел знаний. Например, математика, музыка, астрономия, химия, биология, искусство – русский язык, немецкий язык, другие языки, другие науки. И каждая из этих полочек или этих отделов связаны друг с другом. И все это вместе, это громадное облако ваших знаний, называется мирописание, то есть то, как вы видите мир, что вы о нем знаете. Можно назвать его мироздание тоже. И чем больше всяких интересных взаимосвязей, именно взаимосвязи и подробности есть у вас об этом мире, из каждой науки, из каждого раздела знаний, тем интереснее вам жить, и тем интереснее и больше вы можете замечать того, что происходит рядом с вами и внутри вас, и в душе, и в уме, и во всех процессах, которые протекают рядом с вами. Учитесь на здоровье всю жизнь и будьте всегда умными, интересными и счастливыми. Целую вас! Давайте нарисуем свои знания. Первое. Карандашом сделайте два таких полукруга, это будет голова и облако. Потом добавьте в нижнем полукруге брови, глаза и волосы. Дальше вверху в облаке сделайте подразделение, квадратики для разных наук. И наведите фломастером ваши контуры, потом добавьте разные науки, разные связи между ними, придумайте каждый свой символ. Вам будет интересно сделать свои какие-то обозначения. А потом добавляйте цвета вокруг вашего облака, в этот разноцветный мир, такие вот лучи рядом с вами. И будьте умными и счастливыми. Целую вас, я ваша Алена.